Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем государственную итоговую аттестацию выпускников Ивановского колледжа культуры специальности 07-34-03 «Сольное и хоровое народное пение». Вашему вниманию представляем комиссию государственной итоговой аттестации выпускников Ивановского колледжа культуры. Денис Викторович Монастырский, декан факультета менеджмента негосударственного образовательного частного учреждения высшего профессионального образования Высшая школа сценических искусств, кандидат педагогических наук, доцент, председатель комиссии. Тагир Магомедович Мустафаев, директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ивановской области, Ивановский колледж культуры, заместитель председателя комиссии. Члены комиссии Владимир Михайлович Кудревец, главный специалист-эксперт отдела развития профессионального искусства и художественного образования Департамента культуры и туризма Ивановской области, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Сергей Иванович Фролов, председатель комитета по культуре администрации города Иваново, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Ольга Геннадьевна Бабанова, заместитель директора Ивановского колледжа культуры по учебной работе, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Владимир Иванович Кулышев, заместитель директора Ивановского колледжа культуры по воспитательной работе. Николай Александрович Колбинов, заведующий производственной практикой. Ирина Алексеевна Демидова, заведующая заочным отделением. Секретарь комиссии Екатерина Сергеевна Золотова и Светлана Валерьевна Самодурова. Также в комиссии ведущие преподаватели специализации «Сольное хоровое народное пение» Ирина Юрьевна Слицова, преподаватель, председатель предметно-цикловой комиссии народных хоровых дисциплин. Марина Николаевна Ковалева, преподаватель. Сергей Валерьевич Кондратьев, концертмейстер. В программе итоговой государственной аттестации вы услышите следующие произведения. Ёжикова Ксения Андреевна, «Плач души», покаянный духовный стих, музыкально-поэтическая обработка Медведевой. Ратникова Анастасия Юрьевна, «Утка», хороводная Костромской области. Чернов Александр Игоревич, «В лузях», плясовая Архангельской области. Ёжикова Ксения Андреевна, «По горам», лирическая Ярославской области. Двигунова Елена Николаевна, «Жил я у пана», шуточная семейских казаков. Чернов Александр Игоревич, «У ворот», кадриль Архангельской области. Мигунова Елена Николаевна, «Рябина», слова Рыжова, музыка Колкера, обработка Мызникова. Мигунова Елена Николаевна, «Роман», шуточная Брянской области. Ратникова Анастасия Юрьевна, «Подъезжали под село», плясовая Брянской области. Ёжикова Ксения Андреевна, «Как повадилась параня», плясовая Белгородской области, аранжировка Сергея Гарбнова. Ратникова Анастасия Юрьевна, «Атаманец», плясовая Ростовской области. И Чернов Александр Игоревич, «Подарил Боженька», духовный стих, слова и музыка Фролова, обработка Медведевой. Итак, мы начинаем. Душа с душой должны сливаться в один аккорд, в единый стон, не прекращая изумляться, что можно просто в унисон.
Душа должна души коснуться и от касания задрожать, притихнуть, снова встрепенуться и зазвучать, и зазвучать. Thank you.
Будешь
Ко мне ты больше не придешь, меня ты крепко не обнимешь, звезду на небе не зажжешь, своей душой не обогреешь. Льется в душах свет любви земной, мечты и образы, знамения оживают, и на душе становится тепло, душа от радости ликует и поет. Ой, да!
расправив крылья и поднявшись выше, вновь изучать и познавать миры. И каждый, кто увидит и услышит, поймет предназначение души. Защита выпускных квалификационных работ студентов специальности 530205 сольное хоровое народное пение 47-я группа принимали участие выпускники Ксения Ёжикова, Анастасия Ратникова, Елена Мигунова, Александр Чернов. Студенты 47-й группы выражают благодарность преподавателям Максиму Александровичу Тарасову и Марии Васильевне Федорчук. Также студенты выражают благодарность инструментальной группе ансамбля «Добрица». В следующем составе Сергей Валерьевич Кондратьев, Владимир Иванович Кулышев, Николай Александрович Колбинов, Сергей Николаевич Гарманов. Студенты 47-й группы выражают благодарность балетмейстеру ансамбля «Добрица» Ларисе Валерьевне Мифтаховой. Также за подготовку и проведение концертной программы студенты 47-й группы выражают благодарность студентам 1-3 курсов обучения специальности «Сольное и хоровое народное пение». Благодарим всех за внимание и желаем всем удачи!